Посмотри, какая ножка, да проиграйся мне.
А я супер слов, наливайте сама. Будет тебе, капитанша Америка, квартира на Березке. Пойдем со стороны соседей. На француз! Тук-тук-тук! Кто в седьмой комнате живет? Я Илья Муромец, и у меня меч кладенец. Насыпай холодец, а то всем бабам капец. А кто спрашивает? Я, женщина Пау, каблуков веселый. Я Бэтмен, человек, летучая мышь. И люблю славу Федрич. Я железный человек, съел прокисший чебурек. Сейчас спою вам саундтрек. А я Супермен. Вот хочу башню на коле. Я женщина, кошка, признаться, ты мне кошка. А я не меняю, какой муж еще не дошел до берега. А я слушаю слово, ой, запомню всех имен. Будет тебе, Муромец, квартира на седьмом небе. Муромец, квартиру расселить, это просто пипец. Всю коммуну расселил, и супер слов, молодец! Открывай, стучится в двери супер слов, он в себе всегда уверен, супер слов. Его полюбим и взаимностью ответим супер слон. Молю вас, супер слон, по городу мчится счастье, разносит людям каждому по квартире. Что же мы с ними делать будем? Супер слон, по городу мчится счастье, разносит людям каждому по квартире. Что же мы с ними делать будем? Покупаем квартиру с нами в Новый год. Можно даже этажами в Новый год. А давайте, люди, со слоном счастливым будем. Со слоном счастливым будем в Новый год. Новый год, Новый год! Супер слон, по городу мчится счастье, разносит людям каждому по квартире. Что же мы с ним делать будем? Супер слон, по городу мчится счастье, разносит людям каждому по квартире. Что же мы с ним делать будем? Федеральная постановка от филиала номер 2.
от Натальи Валерьевны хотелось бы услышать поздравления. Филиал номер 2. Шедевральное выступление. Останьтесь все вместе на сцене. Наталья Валерьевна, будьте рядом. Поздравления от всего филиала. Можно перевести дух. Это было очень круто. Еще стихотворение. Ну, Муромец, конечно, это мой любимчик. Муромец и летучая мышь. Она такую энергетику вкладывала. Прошу вас, Наталья Валерьевна. Я желаю всем, мы желаем всем, чтобы никто из вас не оставался один. Всегда, чтобы были люди, которые рядом, которые подскажут, помогут, поддержат, которые разделят радость, разделят счастье, разделят любовь и все, что случается в жизни. Я желаю вам, чтобы вы делились эмоциями, делились какими-то материальными вещами в своей жизни. Чтобы вы делились каждым днем, каждым, с любимыми людьми, каждым днем, каждой минутой этой жизни. Чтобы все шло через любовь, через взаимность и работа, и жизнь, и любовь, и материальное благополучие. Всем любви и денег, как говорит наша Рита Николаевна. Любви и денег. Ура! Спасибо, друзья, поднимаем бокалы. Филиал номер 2.